Все, отлично, давай, короче. Сейчас инвайтики, она раскидаю. А, ты... Я создал свою бабу. X-Men, да? Да. Всем привет, ребят. Да, тип с вами, короче, я с Вовкой сейчас буду стримить. Ты меня видишь? Я тебя не вижу. А, Вов, привет, вот, я здесь. Пухи тоже приносим, все, я вам раздам всем. Да, я вас приветствую всех у Вовки на стриме, у себя на стриме, короче, всем привет. А можно еще? Блять, ну Фухин, ну ему пан, давай быстрее, а, вот, тебя тоже ждем. Ну в смысле глючит? Глючит. Рэди, все, давайте погнали. Быстрее. В смысле сразу что ли? Че он такой, Рэди, че с ним давай, такое? Да. Времени очень мало, понимаешь, стрим всего лишь 3 часа. Дается, да. Ларочка, привет, солнце. Интересно, сейчас меня выкинет сейчас, не знаю. Ну у меня 3 часа стрим где-то всего лишь, потом я планирую поспать. Офигел? Ой, ты что планируешь? Ах, он планирует поспать. Прикинь, он поспать хочет. Мажор. Я думаю, меня сейчас выкинет. Так. Ну сразу складом. Мы, наверное, первый раз, да, складом играем полноценно? Да. На ТТСе. Обычно какими-то огрызками. Ахмен. Ну, хотя, не знаю, если в нашем складе есть Лёня, можно ли считать наш склад полноценно? Ну... Так, я сейчас выйду. Всё нормально всё? Чё ты? Нет, у меня вылетело уже. Я не знаю, вроде игру уже переустановил, уже чё только не делал. Блин, Вова, ты зачем сказал про полноценный склад? Блин, склад. А как перелазить? Как перелазить? Просто подходи и пробел, и всё. У меня вообще не загрузилось ещё, только чёрная карта. Круто, это работает? О, я слышу звуки. Ура, Вовки, прикольно, Вовки, можно 10... залазить и вылазить из мусорного бака. 10 секунд. Что? Отлично, меня тоже выкинуло. Супер! Офигенно! А, там всех выкидывают, на самом деле. Надо просто перезаходить, переподключаться нормально. Че, переподключайтесь? Я жду. Конечно! Прям удачный меня... стрим. Yeah. Я слышу, что мы летим, но у меня черный экран. Ну, в смысле, написано «Play Run with Battleground» и все на этом. Пока нет. Мэрк, привет. Да, сталкер, я хотел перейти на старый канал, но пока нет. Завтра будем эксперимент проводить. Сталкер? На сталкер играешь? Нет, сталкер спрашивает. О, Федька, привет. Че, да конечно, пока кондуктор не выкинет. Ну да. Да. Кондуктор, так, не спеши. Да, я, наверное, кондуктор перезагружусь поймал. Сам. А то меня так и не запустят. С девушкой, да. Я... Ребят, ну ТТС, просим извинения. Я думаю, все понимают, что это... Блин, лишь... надо было МС запросить, посмотреть, что по загрузке системы. Ну и что, там лучше гораздо все по загрузке системы. Ну, вот она стала лучше загрузиться. Блин, у меня сейчас мы с Вовкой играли без стрима. У меня 140 FPS было на тесте. Да. На ультах, да, это, ультрах, короче, на ультах. На ультах, да. На ультах. Ну, я бегал на хай уже подкрутил. О, я на остров, я вот этот город хочу, который прям под нами. Да там мы летим, наверное. Я еще не зашел. Так, кто там с нами еще играл? Ахмен, ну он вылетел. X-Men. Ахмен, Ахмен интересный. X-Men, ты зашел, нет? Да я захожу, у меня черный экран, тут что-то все. Парашют не автоматический? А, автоматический. Нифига же тут народу! Почему я... В смысле, ты воткнулся, что ли? Ёханый бабоханый! Я боюсь, Фухи! А, мы все умрём! У меня пока черный экран. Вот у меня так же. Да там уже кого-то убивают. Я слышу... Я в воде где-то. Народ, я в воде. Да, вы в воду упали. Я помыл, скажите, куда мне помыть, пожалуйста. Ой, все, я прогрузился. Ой, за мной это самое. Чувак плавает. Блин, как же... Connection failed, не пишет. Пацаны, бегите ко мне, у меня вот это... Да блин, я бы с удовольствием бы сейчас прибежал, но у меня тут полный город чуваков. Мне тут тоже весело. И что-то немножко с управлением, не знаю. Графон поправили, интерфейс вы... Ну да, это же ТТС-ка. Блин, почему у меня альт не работает? Можно я не буду брать обрез вообще? Блин, у меня оружие теперь зажато. А, на одиночных. Графика какая-то мультяшная, хотя хай текстуры стоят. Да. В смысле ты в это окно не хочешь? В узкое больше не влазит? Чего со мной происходит? Ребята, это корабль, посмотрите на меня, пожалуйста. А мы не видим тебя. Да бегите на меня кто-нибудь, это вообще что-то. Я на жопе еду, как Рэйзи Фолк, вообще какой-то.
Я хотя бы что-то найду, чем отбиться. Погоди, погоди. Меня челик телепортирует. Это зачет только я. Да, я не могу сесть никуда. Бжим, бжим, бжим. Так, погоди, ну как до фухи доехать? Блять, это 10 багов вообще. Фухи сейчас отлетит, смотри, первый, хочешь? Фухи, посмотри на меня, когда меня не убили. Отстань, я воюю. Он там перестреливается, я вижу даже стрел. Мне уже жбан это выносит. О, кто-то наверху стреляет. А, это чип, я. Во, я тебе прикрываю. Щит. Два хита по нему. Посмотри на меня, чип. Да подожди, у меня тут. Да, блядь, ты все бросишь. Ты убил его, нет? Где ты? О, я убил, я убил. А, да ладно. Чип. Что такое? Ты меня видишь? Да, ты нормальный. Нормальный? А посмотри теперь на стриме у меня, что происходит. А, так у меня открыт стрим, я вижу, жесть. Я как дзиньята, блядь, из Overwatch'а. Фухи, короче, всех убил. Там. Да, я одного только убил. Да, молодец. У нас тут офигенная машинка есть. А. О, я прыгать могу, е! Идем через дорогу. Я через дорогу, Фухи. Это, Лень, я тут пока. А то у меня патронов. Какие мощные ягодицы. Еще б ты его не убил, я его, блин, прохитовал так жестко. Еее. Мощные ягодицы. Ну-ка, есть разгон. Ты его наглухо добил или что? Да, он сдох. У меня челик в доме на 330. Блин, компас удобный. А тут все удобно сейчас, поудобнее. Да, блин, интерфейсик. Я бы не сказал, что мне удобно передвигаться, если честно. Гоу топ один. Не хочу я, гоу жоп один. Двигаешься вперед, и у тебя вот домик будет, короче, двухэтажный, там второй этаж, ближе к дороге который. Я понял. Блин, откройте мне кто-нибудь дверь, я хочу. Фухи, открой мне дверь. Иди к Фухе. Ну зайди. Блять, ни хера ты умный такой, ты, блядь, посмотри. Слушай, на стрим. Какие-то проблемы с этим? Ты посмотри на стрим и, блядь, знаешь, что происходит вообще. Опа! Блин! А, вот этот дом, да, значит? Забери помпу у меня. Вот этот дом, значит, я понял. Помпу, блядь. Ты не понимаешь? Ты просто... Да надо нам это, перезапускать, а то у Вовы там вообще жесть. Не-не-не, нормально, у меня теперь еще дробовик в руках. Сейчас я его заряжу нормально. Я сейчас попробую комп прилогнуть. О, я стрелять могу только. Куда-то... О, нормально, короче. Все, я поехал. Так, мне надо, короче, фоксовский стрим сюда вывести пока. Ты посмотри, что происходит на стриме, узнаешь. Да, прикольно. Ты смотри. Я насилую, чё? Фухи раком ползает. Ух ты, Фухи. А ничего такая. Задняя часть. Только вот персонажа. Причем тут он как-то управляется совсем не так. Он здесь, он возле Фухи, бей! Да блин, я же пробежал, не могу ничего дальше. Блин. Да. Фас. Лень, посмотри. Тут же килкам еще есть, тут же килкам еще есть. Да, килкам еще есть. А как его включить? А, твою мать, что с тобой происходит? Ты на стриме смотришь, да? Нет, я переключился в Набла, и ты у меня просто на заднице. Да, вот сейчас, вот, да. Катаешься. А, он не убил. О, вот, то есть, вот сейчас можно килкам посмотреть. Ну-ка, я хочу посмотреть, чисто, я хочу глянуть, что это такое. Ну-ка, тоже, я тоже хочу глянуть. А я не могу посмотреть. А что происходит, Илюх, блядь, вы же сами в шоке, я не знаю, что происходит. У меня персонаж... Он меня слышит, я у него за спиной там хожу. А чё, килкам я не могу какой-то записать. Долгий. Не-не, у меня нормально, быстро загрузил, смотрю вот. Ой, килкам. Он вообще не... А, ну тут, короче, какие-то проблемы с синхрой килкама, потому что он вообще не в меня стреляет. Ну мне, чувак, вообще... Не, ну меня-то убьём, я вообще на жопе ехал. Слушайте, ну это прикольно сделали. Это прикольно сделали. А можно я быстро перезагружусь, потому что что-то как-то я текстуру хай поставил, но что-то как-то... Да. Ты хай поставил? Не, я сейчас на среднюю все убрал. На нее по умолчанию на хай, да? Надо Ахмана тогда, наверное, кикнуть, а то у нас так и будет эта фигня. Я высокие текстуры поставил, у меня были средние, но что-то как-то... Hi, people, hi! Мне не нравится картинка. Lift him. Она какая-то... Не знаю. А где настройки сейчас? Сейчас смотреть. А, правый нижний вроде. А, все наш. Настройки. Графика. А, нормальные у меня настройки. Смешанные такие.
Ну, в данном случае будет даже смешно. А где кнопка? А, вот еще. О, теперь еще и спрашивают, хотите ли вы ливнуть. Прикольно. А можно бэкнуться? Че будет, тиммит? Вторая. Че еще по настройкам? Че с чипом случилось? Так. Ну, блин, это сейчас было мега круто. Что могу сказать? 10 из 10. Интерполяция свободного обзора. Это что такое? Ой, блин. Ребят, всем новеньким привет большой. Если вы только что пришли, рекомендую где-то стрим отмотать на минутку назад и увидеть, что за трэш вообще происходил. Первый раз такое вижу, короче, когда... Персонаж просто как Крэзи Фрог ездит, короче, на заднице по асфальту. Короче, режим Дзиньяты был активирован. Блин, где там чип у нас? Чип-чип-чип-чип-и-дэн. Так, Назик-Назик. А знаешь игру Fortnite Battle Royale? Да, я знаю эту игру, но я в нее ни разу не играл. И что-то сейчас не хочется особо как-то. Ну, не знаю, не тянет мне к ней. Пострелял, он слишком казуальная какая-то. Не моё. Мультяшно. Да. Я, хотя у меня нету никаких таких предубеждений, как бы, к мультяшности игры, там, к примеру, да, ну, тот же Overwatch, например, нормально заходит и все. Но, тем не менее, что-то как-то это... Не цепотно. Ты Steam или вне? Так. Чип. Что делать? А, ливнуть надо, что ли? Тим, да? Ливни, да. Ну, блин, конечно, ты с ним. Саксом еще. А, понял. А что, кикнуть здесь нельзя? Мне добавили кик? Нет, давай. Дай, вот, даю. Вот, так. Че, жмакаем рейди? Да. Freeman Squad, нажал. Freeman Squad. Так, свободных мужиков. Аленька, ты здесь? Аленька? Да. Да. Лень, видишь, смотри, в стойку встает, когда Реди нажимает. Нажми. Нажато. Не нажато. Горит галочка. А, ну теперь да. А теперь нет. Теперь да? Тебе нет. В смысле, мейчинг идет уже. Тебе нет. Ай, странно. Это как-то странно работает. То есть я нажал, оно нажалось, отменилось, но галочка на мне, ну, на персонаже сверху горит. И вы говорите, нажмите мне, говорите, нажми. Я не знаю, Федька, когда релиз будет. Еще раз. Учишь результат, и твоя мечта. Ой, как дропает. FPS реально лучше. В смысле, он не имеет дыр. В смысле, он не дропается вниз, просто в дно. Осталось сервер только починить теперь. Чтоб на запад не откидывал. Не, да это нажимное. Это, типа, это ж тестовый сервак, предлагает. Это пофигу. Да сильно дропает. Так вот тяжело же играть так. Не, ну на основе, наверное. Смотрю на толпу, 80 FPS. Просто, взять основные ресурсы, они на, как бы, на основных серверах находятся, а на этот самый, ну, и так пойдет. Тут такая толпа пытается на эту крышу залезть. Я вам залазю куда-то, не знаю. Блин, а я уже обрадовался. Крайзик! Это, о, кстати, Гром... Теперь перевели надписи. Сижу за решеткой в темнице сырой, в неволе оскорблённый орёл молодой. Я вообще в кузове Кразика. А-а-а. Куда падаем? О-о-о. Я хочу. Я не знаю куда. Так, на островах этих были? Мы в Эльбандите с тобой не были. Эльбандита. Эльбандита какая-то, кратер какой-то. А где там? А, да. Ля бандита. Как там, мафиози? Античита нет, ездить античит, запускается. Зря ты говоришь, Ромка. Да, меня причем два раза уже не пускал. Да. Батылай здесь есть, кикает. Угу. Ребят, если у вас, короче, батанай кикает с игры, надо просто перезапускать компьютер. Вообще полностью. Да, он перезапускаешь нормально. Я не знаю, это может быть конфликты с какими-то там, с антивирусом или еще с чем-нибудь. О, шпион скинут, здорово. Не, я вот эту карту полюбил, да, уже как бы. Ну, конечно, доработали бы, она мне нравится очень.
Там уже очень надоело. Че, здесь самолет разбитый и все, что ли? А, ну, домик да, вот у него построено. А, ну не вокруг него построено, он просто... Это просто сюда он приземлился. Вокруг него полуразваренные домики настроили. А мы тут одни, да, походу? А в окошко? О, в окошко можно залезть. Да-да, только не в узкое. Раньше можно было вообще в любое окно. Народу много приземляется. Нам? Ну да. Я слышал больше парашютов, чем... Три. У тебя чип. Ой, телепорт. Я уж понял. В моем нет. Доме? Да, на втором. Это я. Нет, в моем нет. На втором есть. У-ху, прикольно. Там справа. А, на 250. Иди нафиг! Уйди! Нет, мой дом! Нет. Фу-фу-фу! Кыш, брысь! Страшно. Гад. Гордон говорил. А есть что у него интересного? Да я уже забрал, Скар! Его подпилили. А тут есть еще? Так, добьем одного. Я тоже одного убил. Корды! Будут тут всякие. Оу, это кто? Фига тут бандиты, короче, ребят. У меня чувак! Томса. Бандит. Лол! Тут чувак внизу! Понятно. Нет! Улица! 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 Да нормально, я понял. Не пали. Бай даю. Найс. Он. Понимаю. Нет, он вырублен, еще есть. Я его добил. Добил, это еще не все. О, Эд пришел. Привет, Эд. Давно не видел. Это че, винчестер? Ясно, с одного раза, да, короче? Ну это как этот. Аж. 98. Енот, я что-то не понял, что ты сделал. Купим пуп за 1500. Чтобы продать и купить сам... А, купим вечный папку за 1500, наверное. Чтобы продать и купить сам папку. Но не приходит вещь. Блять, ну я хер знает. Что это там? Еще обманули, один. Что ли? Это еще один должен быть. У меня, по-моему, что? Топ... А, нет. Это топ я. Топ вот. Господи, как же фризит. У меня чисто идет. Нет. Да. Периодически все равно бам и занёс. Да, сервер сам помогает. Только какие-то текстуры. Какие-то они. Тут моя эмочка. Это, А4 лежит. Я с оружием уже. О! Семерки есть, берите, хорошо. Им понадобился целый патч, чтобы это сделать. Теперь оружие, оно, ну, от первого лица такое более детализированное, чем сейчас. Нафиг. Почему тебя это сервер не пускает? Да не знает, а реально оно детализированнее, чем о, сейчас. О, аирдроп на 95, ребят, срочно. Да какой аирдроп, мне подхилиться что-то надо, есть чем похилиться? Через 2 часа самый мат, если не пришел. Бинты хотя бы есть? Ну, возвращаюсь, да, возвращай, конечно. О, у меня аптека есть. Чип. Ау, ну да, мне надо. У меня а, вообще... давайте, это, держите 5 бинтов, кинул, 10 у меня. Жулик, блин. Есть где-то аптека, но 5 бинтов дам. Друзья, вон, блин, хп-то нормально еще. Так я, конечно, бинтом. Где ты кинул? Надо кушать, давай, прям, типа. Блин, ну я же сам посмотрел, вон я скинул. Ну дальше, да, ближе. По URL недоступен, жесть. Блин, какая. Нет, тут аэродром. О, аэродром был где-то. Блин. Мафын едет всякие. О, вижу аэродроп, блядь, на машину уже едет. Все, Австралия аэродроп. Мафына уже? Да, едет к нему, мчится прям. А у меня Томпсон, я патрон на КМ потратил. Кстати, мне это понравилось с АКМ стрелять. Показалось, что он ушел из дома. Сейчас, ёпкну иметь. Вот это, знаешь, тишина, идеальная тишина в доме. Просто запускаешь стрим. Ааа, блядь, там, блядь, понеслась, кажется. Да, все, залутали, они назад поехали. Да. Куда дальше? I know, hi, полиция, пара, что там? Что ты значит? Какой-то, как-то мыльно. О. Ты еще не целился через прицел, ты будешь видеть только в прицеле нормально, все остальное мыло. Ну, в принципе, как и должно быть. По дизайну удобнее. Мне вот это больше нравится. Вова говорит, привыкал к нему, а мне нравится, Андрей. Не, мне как-то, ну, у меня вроде включено сглаживание, текстуры высокие, но как-то
настройки перешли. У меня настройки перешли с основной игры сюда. У меня да. тоже, да. Тоже все равно. Да, Леня, просто ныть, он подожди. Нет, просто как-то, ну, нет, да. на обычной карте более. Вот эти чёт. Вот в эти окна не влазят. А, нет, влазят. О, семерки нашел. Вошел такой. Трупы лежат. Тут замутано, блин. Ну, я, меня, по крайней мере, было. Только. А что по зоне-то вообще? А, так мы в зоне. Да, точно. Ну мы бандиты. Мы бандиты. Чёрти какие-то. И прицельчик. Убивата и мутата. Кстати, у нас в том городе, откуда мы ушли, не в городе, а в это, в ля бандита, там машина стояла. А вот тоже машина стоит. А мы пешком бегаем. Если... Блин, разбить. Я хочу в тот большой город, как он называется? Как там? Импала, что ли? Да, Импала это, походу. А, Импала? Да, да. Это небольшой город, это маленький. Не, ну тут, да, тут-то больше. Слушай, что-то название городов знакомое, это... Пало. Да не, по-любому. Машина. Есть такая. А чё по луту так кисло? Включай спидхак. Ту карту покажи. Ну да. Сейчас скачаю. Бесплатный чит. Можешь, да. Показать, но только один раз, короче. Ну зато посмотрим. А где плюхи? А вон плюхи бежит. О, пацаны слева ездят, на север. Вижу, вижу. Они сюда едут! Серьезно? Да, да! Вон они повернулись на 30, НЕ! Все, прячься. Сейчас прячу все. Они к аирдропу подъехали. Они, кажется, машину меняют. Нет, они к аэру подъехали и уже. Тихо. Ездят, катаются еще. Выстрел. Мне М-ка с 26 пулями, и все. О, врезались! Они врезались. Один вышел. Оба. Сука, на аэродропе есть один, что ли? Да. Маэст. Походу. Все, я того. Да, с аэродропа стреляют. Нет. Меня с аэродропа стреляют. Ну, по вам не будут. Вы... Вам идет один. Бегай там у машины. Меня сможет понять кто-нибудь или я все трогаю? Как это? Я к тебе пройти же не могу. Ну, вот я за деревом тут спрячусь. Барандук из тут, здорово. Да. Привет, Слав. Ну что, народ? Да, нет. Давай. Я не смогу туда пройти. Справа вас не прострелят, только прямо. Я пытаюсь. Дымы есть? Нет. Крачком. Так, я лечу сразу. Чип справа смотришь, чтоб там... Да смотрю, я слева смотрю. Справа не могу, я не вижу. А слева что там, справа уже стреляли? Да в смысле, эти за машиной же вон двое по вам вот работают. Прямо. Слышь, кто-то по ним другой вообще шмальнул. Я стреляю по ним. Это ты с такой дистанции попадаешь? Да, у меня четырехкратник, они сейчас уедут. Ну, колесо минус. Ко мне едут, спина. Спина ваша, осторожно. Он проехал. Проехал? Еще едет. Слева от меня идут еще. Куда же? Хера, работаем по нему. У меня патроны. Ему хана! Да блин! Перевелись, не вставай на колесики. А, я перезаряжаюсь. Кнок. 10 патронов. КП мало! Блин, патронов. Сорян, я по своему попал. Охуенно вообще. Машинку подогнали. Он справа, справа смотришь, да, чё? А у меня патронов уже нету, справа, слева. Ухи, блядь, от души вообще взял, блядь, машину стрелял. Так. Справа бегают. Там, где чуваки, короче, они в поле ушли. Я понял, у меня один бил. Да, они удрючат, слышишь? За скольки стрим будет? Я не знаю, Вов. Вообще не знаю. Вот за дерево.
А в полях еще кто-то есть? Машина твоя здесь в поле, да, стоит, Фов? Ну, слушайте. Чего такого работает? Не знаю. Блин, а этот кактус простреливается или пальма, или что это такое вообще? Тачку мне взрывает, что я нормально. Молодец, парень. Ну, в зоне. Там право проще по воде аккуратненько, он с деревом. Да у меня, блин, патронов мало. Так, вижу, патроны. Его за деревом тусуется. Да. Тебе с самого начала скажу, что он за деревом. Я говорю, что он сейчас там. Моим-то хп, блин, обходить. Даун. О, дал. Даун, два раза вырубил. А по мне так кто стреляет, блин. По мне со спины стреляют, блин. Обошел на свою голову. Дропу стреляют. Все, давай забираем его. Да блин! Сами можно снять гейм? Если демодерацию чипа пройдешь, то можно. Да не пройдет он демодерацию. Да не, пройдет, я шучу. Как бы сказался сталкер, пастел. Так. Я не понимаю, как хп тут работает. Илку. Можно я к Вовке пристроюсь? О, кстати, он винтовку теперь по-иному несет. Блин. С полей стреляли. Нашел бинты. Что там, золото нормально? Есть что-нибудь? По броне есть? По броне вообще ничего нету. АФКшники умирают. Но я сделал имбаган под названием СКС. Так, откуда по мне стреляли? Теперь понять бы, блин. Есть пятерки? У меня 29 бинтов. Нужно с кем-то заделиться? Мне. Без проблем, на, забирай. И легли напротив друг друга. О, обрез. О, спасибо, Андрюх. Тут карбон. Спасибо за поддержку. Могу патронов, а нам не мало. Пятерочки, дайте пятерочек, пожалуйста. Пятерочки, делю. Так, скажите, у кого есть этот самый красивый? У меня есть, но блин, у меня больше ничего нет. Чё ты там по мне ходишь? Давайте душку нам, у меня карп просто. Ну да, на. Вот смотри, они меня вечно грабят. Хорошо, что кречета нету. Ага. Короче, стреляли приблизительно 60. Женя, да вы что? А мы не хотим в зону уйти? Это не ты? Лёха, что ли? А где зона вообще? Не признал кого-то. 320. А, для бандитов наши. Надо. И мы только что были, короче, зона. Ты это что, едет? Ты, по-моему, не туда бежишь. Я за машиной иду. Да что ты сейчас ехала? Да. Нет, это Вова. Открывай огонь. Не что-то, а кто там, блин. Я сказал, я кто-то. Слушай, а мне нравится. До города за сотку. На ближке, ну, в первом лице винтовка рендерится. Едьте, я догоню вас. Не-не-не, садись к нам. Да? Ладно. Привет, Женя, это я, Володя. Да, я уж понял. Да прикол, смотри. Смотри, пыхи сидит. Тушеный угол. А, это не знайка спойлер? Можно пить на ящик. А, да? А что-то, блин, показалось, что... Спасибо. Что, не получилось? Попробуй еще раз. И что-то даже... Бьется? Пить да, можно? Я пью. Да. Попробуй, чип, ты можешь? Привет. Вот, слушай, можно я в тебя стрельну? О, стрельни в меня, точно. Не. Стрельни в меня. Прострели мне колено. Я не могу прострелить тебя даже. А, вот, нет, я могу тебе только плечо. Вот, нормально. Тихо. О, бинтоваться? Реально бинтуется? Лол, на ходу. А ты можешь это по соседству сядь? Со мной сядь, чипа. Сейчас. Ctrl 2, наверное. Только сбивается как-то. Ctrl 3, Ctrl 5, Ctrl 1. А я не знаю, какое тут место. Ctrl 2, блин. Нифига. Все, а нет, залез. Залез. Давай, попробуй подключиться. А, у меня фулка. Ну, блядь, я сейчас. Вылезни обратно. Что заколебали вы меня, блин. Вылези, залезь. Давай, шмальни мне куда-нибудь.
Что, нельзя? Да, нет, здесь нельзя. Да не, это типа баланс на типа игрокам, которые могут это. Не, вот попробуй еще раз. Попробуй, я остановлюсь. Вот сейчас можно. Наконец я приеду. Долечило. Когда тебя качает, останавливается. Ну-ка, если я по ровной дороге сейчас поеду, понял, сможешь, нет? Блин, у меня, в принципе, да, еще можно один вид юзан. Эксперименты, ребят, эксперименты. И все время на мне. Ой, пацан. Бип, а че, он живой, мертвый? Че? Что это за... Уже мертвый. А есть бронежилет? Ты ему бронежилет не сломал? Нет. Ясно, все, стырили уже. Бинты. Пацан, я ушел, не получилось, я портал. Кстати, X8. А кстати, мы не доехали, и у нас зона, поехали! Держи X8 зумится, X8 зумится. Дай, держите четверку. Уехали! Блин, дайте мою четверку обратно. Блин, мне кажется, он меня вообще не слышит, когда я с ним разговариваю, в принципе. Слышу я. Просто, блин, у нас зона уже рядом. Ты нас в другую сторону везешь. Да, зона рядом. Так что, можно? Ну, Дискорд зайди. Night Game. Да, напиши. По ровно, когда едешь, короче, да. Микрофон и напиши, сколько тебе лет. Да ты, мы играли с ним. Ну, блядь, это что за херня? Я вас бью. Охуенно. Лёня, блядь, царь его. Ну, на прицел ты вылез. Поднимай, быстрее поднимай. Да в смысле, блядь? Вы чё творите-то? Вы друг друга, что ли? Лёня меня прострелил, блядь. Я вообще ничего не понял сейчас, что произошло, блядь. Меня Лёня пристрелил, блядь. Я его пристрелил. Он на прицел, в смысле? Вов, помнишь ситуация, когда ты мне жбан поставил, когда это... Помнишь ситуация, короче, когда я из тачки вылез, и ты мне жбан проставил просто? Вот тут тоже всё. Мы же играли с это... Это мой челябинский друг-то. У него нормальный вроде микрофон. Это ты, да? Мне кажется, мне сейчас пока... Да, Володька, да, Володька, да. Это он. Да, ну все там, знаем его. У тебя есть же, да, этот? Я могу. Да есть. Я могу. Ты здесь уже в менюшке все? Нет, пока. Ну хорошо, на следующий раз. Прогрузился? Ready нажимаем. Тащите, да, ready, пока ready нажмите. Урон хорошо идет. Я в пацана буквально, да, легкий зажим, он это. Да, я сразу отъехал, блядь, я понял. Легкий зажим, блядь. Я самое главное отбегаю от него в сторону, блядь, он мне по все равно, блядь, ведет и, блядь, накидывает меня. Ты? Нет, я его не нажал. Короче, пишет, бесплатно чипы расстреляли, прикольно, кажется. Блядь, Алёня меня вообще, блядь, казнил там, блядь. Единственное, что дикая непонятка, это рендеринг. В смысле, все какой-то, ну, не знаю, как будто полигонов мало. На стандартной карте картинка приятнее. Тут она какая-то, не знаю, какие настройки надо выкрутить. Как будто мыльцо есть. Да, да, вот что-то вот такое вот. То есть, ну, зоны ландшафта, то есть ты смотришь, например... Горочка, да, и за ней идет там еще другая там поселение, гора. То есть вот эта граница текстур, которые пересекаются на камне друг на друга, горочка на гору, то есть она какая-то такая нечеткая. Не знаю, как объяснить. Что-то такое вот непонятное есть. Вот вроде некоторые объекты смотрятся хорошо, а некоторые довольно, ну. Александр, привет. Ничем. Может постобработку шарахнуть еще? Чтоб шейдеры. О, давай это. Вот наверх. Куда летим? Ля Кабрера. Чуть-чуть. Какой Кабрера, блин? Ну как, интересненькая карта. 10/10 вообще. Не, карта просто бомбическая. Очень нравится. И городов много, блин. И рельеф офигенный. То есть, в принципе, даже это. То, что травы нету. Это все как бы компенсируется с лихой рельефом. Че, Вов, на промку сразу и летим? Что гораздо лучше? Трава-то ты просто в ней прятался, и все, а в рельефе тут получается
как бы не спрячешься так, чтобы просто как бы тебя тупо не увидят, да? Ты, получается, будешь как бы прятаться за счет того, что как бы, ну, обходить там вот это все. В общем, все круто. Особенно от первого лица это будет вообще, по-моему, блядь, это топчик. Вон, я думал, в кратер падает. Блин, много на промах улетает. Очень много на промах. А, это же фактор рельефа крутой. Да, очень вообще много народу к нам летят. Именно фактор того, что теперь не чистое поле и деревья, в смысле, прячешься за сосен. Здорово. Кузиков всасываешь в себя, чтобы тебя его не подстрелили. Как это на обычной карте. А тут, в смысле, можно, то есть, ну ты идешь, есть какие-то банальные укрытия. Вот, боже, банальные. Тут Харли разобранный стоит. Чем здесь надо? Ты говоришь, много народу падало? Ну, Патьку падал, точно. Так, они дальше упали. А как акция наверх? Неужели дождались? А что такое? Саша, я чуть не понял. Недовольство такое. То, что побугали, что? Новая карта. Так это же на тесте только. Еще ее будут дорабатывать и дорабатывать здесь. Мистер Бин, здорово. Вовка, это дыр на полчасика. С оптимизацией, что? Спасибо вам. Намеки? Офигенно с оптимизацией. Просто не, ребят, супер, если у вас двухъядерник, вы даже не думаете. Кто-то едет. Я езжу. Я отойду на полчасика, может быть, вернусь. Удачного стрима. Блин, тут должен быть. Да что меня так откидывает, блин? Да-да-да. Прям в смысле вообще. Ну откидывает, ребят, это сервак сейчас. Одновременно откидывает, между прочим. Эх. Ладно, да, то есть тут это на релизе, а, это Боба, на другой будет части справиться. Да я тут пришел посмотреть. Вон оружие новое, вон честер есть, например. Вов, вот они как раз туда и падали. Где... А, нет, 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 не туда. Они дальше, по городу. Ты на промке, получается? Тут капец, короче, на вокзале делать нефиг. Короче, знаешь, куда они падали? Вот где-то приблизительно 75-105, вот Ешка вот сюда вот. Пойдем налево. Я в цех хочу зайти. Куда ты хочешь? В цех. Здесь я. А там ничего нет. Там ничего нет. Пойдем к Воле. На туре цех пустой. Иду, иду. Раздинутый из этого. У меня усилуют? Да, ППС да. Отличный, пинг идеальный. Я не знаю, у меня сейчас все идеально. Тихо. Саша, дверь. У меня на стриме сейчас 70 FPS. А, так, Саня, ну они же еще когда обещали эту карту, вот, ну наконец-то хоть завтра уже можно будет играть, блин. Ну, так она в релиз зато выйдет, по-моему. Вот, когда? Через 11 дней, говорили. Вов, инфа, где? Че у тебя там? Кто там? Да хер знает, у меня, короче, замутано, блядь, а где пацаны, я не знаю. Двое летели, но, по-моему, это... Ой, человек утонул, да это АФКшники? Потому что двери там у меня открыты были. Мута нету. У меня такой винчестер. Нет, вы, кстати, все довольно-таки, ну, доработанном. Аккуратненько, да-да-да. Красиво. И видно, что прям конкретно прям работали, потому что вот здесь замутано, короче. Красиво. По пятам. Да мы за тобой же идем прям. Будь здоров. О, чихаешь от нее, все правильно идем. Да. Где-то я теперь застанет нас. Видимость плохая теперь, блядь, весь монитор заляпан. Да, я телепорты жесткие, да. Ну это да, это сервак. Одно успокаивает, что сразу всех. Не, ну. Блин, там выхода нет, там забор. Это не такая проблема. У меня тогда на нормальные серваки переедут, да. Версия. Да, да, это само собой должно как бы исчезнуть. Короче, мы идем за ними, они весь мут уже собрали. Идем вот сюда, вот ветер. Ветерин. Чё? Ветеринария, да, короче, блин, ветеринарная клиника, ёханый, бабоханый. Ой, я вылетел. Ты это, бомб двигаешься. Я ухожу, да? Да, ты просто пошёл. Я чекаю. Чекаю. Ты не просто чекаешь, Вов, ты просто идёшь, я тебя подпёр, чтоб ты далеко не ушёл. Там этот мотоцикл будет, можно им меня подпереть. Не, на самом деле не надо так делать. Противник. Я могу тебе с кулака дать, хочешь?
Я сейчас зайду, блин, я сам, блин, прикнал там, там, блин. Тихо, по-моему, вот кто-то тут топает передо мной. Бильярдный салон я нашел. А ты что, интересно, второго? Интересно, я кто там топаю? Я могу узи скинуть. И, блин, ребята, мы очень далеко от зоны. Вообще. Я вас обрадую. Там машина же. Там мотак, у нас мотак есть, мы сможем уехать. Трехколесная смерть. Блин, теперь эту карту 400 часов учить. Да нет, я не думаю, что... О, зашел. На, забери УЗИ. На ближку у тебя ничего же нет. Охрененно, ну, блядь, я еще не зашел, блядь, как бы. Ну, в смысле, а ты уже перестал лагать, я тебе так скажу. Ну, у меня еще черный кран. Да, мне пофигу. А я могу просто прыгать? Возьми. Вот, да, все. Я здесь. Отлично, блин, нам так, ехать, и у нас ладно. Ничего нет. У меня почему здесь нет? Классы какие-то. УАЗик есть. Ой, нет, я это... не про то. По оружию. Найдете эту самую, скажете? Хорошо. Рюкзак. Эту самую, уже... эту самую найдете и скажете. Я это нашел эту самую. Что, да. Ну, это самое. То. Что нельзя приносить. А, Деморта? Ладно, поехали, короче. Поехали. Ну, да, давай. Че. Быстрее, 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 быстрее. Ладно, чип сам выберется, мы верим в него. Гады. Вот вечно так, это постоянно так. Почему я-то, блин, крайний? Блин, давай я сяду за руль лучше. Ухи. Вот ты заемся зря, на самом деле, потому что... Палево. Да, чип еще бежит. Да его ж нифига не слышно. Звук слабый. Ну да, конечно. Фоксу в ногу, чтобы далеко не ушел. Чё? Кречет? Кречет появился. Палево. Да он давно уже здесь. Так, погоди, тут. Кречет, сотка на киви. Сотка на киви. И колено Фокса блин. Да он обоих сейчас, блин, за сотку изнасилует. Меня уже убил, блин, вообще, ну, потому что не надо мне там. А, короче, я уже вкатал его, так что все нормально. Это чё? Ты чё, мусор? А. О боже, как меня трясет, когда ты... Трясет, да. Вообще да. Ужасно. Если стрелять вот в таком состоянии, то это невозможно. Хотя вроде по дороге едем. 25. Что там, Сань? Что 25? Народу, да, народу мало смотрят вообще, капец. 21 человек всего лишь. Ну, печалька. Так, нам сюда, короче. Да нет, там вот сюда хотя бы нам занута. О, отлично! Да-да-да, наркоманский. Я хочу в него. Ну-ка, от первого лица хочу это увидеть. Вот это жесть! Там магнитом, зацени магнитом. Да, вижу. Включи музон какой-нибудь. Ох ты, глушак, я вижу глушак. Краем боковым. Ну-ка, повернись, Фухи. Я глушак у тебя видел. Приватизировать хочешь? Мне на Сайбута, ну он как раз. Сейчас на шифте по прямой разгонимся, погоди. 500 не даст, нет? Пестемеска. Даст. Топодово даст. Не дает. Даст. Смотри, дает. Сейчас с горочки. Вот сейчас смотри, вот. А, там поворот. Блин. Даст, тут 104 есть. Можно мне машину? Поздно. Я к тебе. Не давай ему машину, он точно всех убьет. Грабу на колесиках все вместе будем ехать. Не надейся. Дух. Кстати, а оперативка у меня также засоряется. Мне релок скоро понадобится. Потому что у тебя оперативка просто мусорная. Там в тебе. А, ну да. Что, давайте мутанемся по-быстренько. Я надеюсь, не все в одну сторону. Я открыл дверь и зашел. А здесь. Ясно. А здесь, оказывается, можно было и ничего не это. О, какаш! Какаш? Угу, я какаш нашел. А у меня, походу, оператива закончилась. Мы в круге. Да, опера закончилась. Мы в круге, я могу что-то сделать? Мы в круге. А, я понял. Ну, поехали в круг, мне нужен релок. Тут первый бронежилет. Это едет. Давайте встречаем. 45-й патроны это собираете, плиз. Да они уехали. Угу. 45-ки есть, дать?
Да, да, да. Все, поехали. Чип я сзади. Тут еще перезагружаться. На, трицаху, все. Блин. Кинул, да, кинул. Ты чего? Это сигнал такой? Саша, а я в тачке могу это перезагрузиться? Давай. Ну должен, мне кажется, пока мы едем. Конечно, конечно. А ты задний, что этот, пип-пип, где у тебя? Я понял, это мы, значит, наркодилеры, везем наркоту, что ли? Зона не хуже. Алёня. Не хавай меня, я хочу бустануться. О, бустуюсь, да, я пью, нет. Ты что так трясешь? Пролился на себя, блин. Нормально. Я все на себя вылил. Смотри, вот тут в натуре с зоной, короче, приходится соперничать. Да, ты ее сделаешь, смотри, ты ее победил. Нет. Перепрыгнул. Кочку перепрыгнул. Да, смотри, какой. Это офигенный мини-бас. На нем реально круто ездить. А, что там написано? Сан-Мартин. Сан-Мартин точно город есть. Вот 100% я знаю, что есть Сан-Мартин. 106. 10. Там повернуть бы, нет? 113 максимум пока. Давай! Поворачивай! Ты войдешь в поворот! Камень! О, нормально. При помощи камня развернулись. На горе есть. Вон там, пацаны. Вон они стоят. А, вижу! Все, я гружусь. А, ладно, грузись! Ой, блин, мы заняты. Ты главное живи. Вы меня засейвите? Я подтянусь. Право, бил. Да вижу я их обоих. Они что-то не понимают, откуда по ним стреляют. О, грузом левого. Мысли, он такой бессмертный, что ли, блин? Левый вырублен там, короче, один. Я понял. А этот за камнем вот. По нему работает, он тоже вырублен. Все. Он меня фраг застилил. Я родился. А, вот они там дальше стреляют. Вижу, бегут. Один бежит. С деревьями вырубили. Чуть-чуть подними. Я понял. Иду. Есть у кого аптека? Есть, дам. Да. Пятерки надо? Какой-то? Новое оружие находили. Винчестер? Могу что-то сам. Мне не понравилось. Что с винчестера стреляю? На, аптеку. На, болик. Пятерки скину. А мне куда их? А они калаш. Поселение? Да. И в поселении слева есть. И левее. Да. Слева на сколько? На 220. У дороги. Ага. Без прицела непонятно. Просто бурундук там стоит, так бы быстрее вижу, ехал. Слева топит 210 далеко. Он походу ушел. Слышно, да? Да, слышно, она сидит, займись ребенка. Я только что... Так, я справа бегаю. Давай я побачу. Вон он, вон он, пошел один. Я справа. Снок одного. А, убил. Я ближе тянусь. Ты добил, еще один перебежал за постройку, за второй постройку справа. Он тебя я держит. Работаю. Тихо. Я со спины похожу. Все, я со спины обошел. Давай, я байт на себя делаю. Они внутри. Внутри правого от вас домика. Да я знаю, где они, я вижу. Давай, я на себя их это. А я не вижу. Хаешки. Возьмем хаешечку одну. Бомба, да, нормально. Я не вижу. Он там есть. Один там был. Стопудово один. Ой, второго не понял. Знаю, есть, нету. Слева, справа убегает вас. На вас еще. Ой, гранатой зацепил его. Вторую даю. Все, я с узиной убегу. Еще одну гранатку дал. Подожди, там граната. Выбегать на тебя, право. Убил. Уху! Быстро, зона. Где еще трупы? Там машина есть, если что. Где трупы? Да вот здесь один лежит, я бегу на него. Собирайте все. Собирай давай скорей, увозими. А можно на какую-то винтовку? О, скорель можно, пожалуйста? Забирай скорель свой. Я только рюкзак заберу. Машина. Автомобиль.
А мобил? Где? Вот здесь, где иди машина? Сюда. Иди сюда, Вов. Угу. Иду, иду, иду. Эй. Эй, красотка. Хорошая погодка. Куда ехать-то? Была бы водка, да? Метку поставься. О, ё-мо, по-моему. Далеко ехать. Кочегарь сюда, куда-то. Вот сюда вот. На шофте будем ехать. А бензин хватит? Мало. Брось, мы не доедем. Забей. Мне две канистры взял. А, нет. Но она не перевернутся. Церковь. Смотри, какая церковь красивая. Это не церковь. Ну это что-то божественное вроде как. При приходе прикольно нифига. С ХП не прикольно нифига. Почему вот, например, у чипа полная? А я! Почему? Почему, блин? Вот теперь не полная! Давай. Хилимся быстрее. Вот теперь нифига не полная, блин. Да блин, да хилимся, не хилимся. Это все, блин, это. Леня. Ты в смысле, Леня, блин? Ты сейчас не делал. Я тетюхал, блин. По ХП, я это сам решил поставить, что там по ХП, блин. Не, то что, короче, помнишь, что на обычном клиенте оно краснеет, когда оно ниже 75. То есть, и ты примерно понимаешь, что у тебя, ну, не смотришь примерно сколько шкал, а просто по цвету заметил, что у тебя, если красненькое, значит ниже 75. То есть не смотришь, сколько там примерно. То есть, а тут оно даже если у тебя пол лица. Да нормально, они по этому переделают прогресс бар, мне кажется, по ХП. Конечно, с этим рельефом тут особо не разгонишься. Да, это точно. А хилиться, наверное, теперь можно будет на всех клиентах, да? А водитель может хилиться? Нет. Хер, думаю. Ну, я еду и хилюсь. А прикиньте, вот, да, вот, я тоже могу и пить, и хилиться, но если он не трясет. А прикинь, вот, ты, допустим, энергетик пьешь, он трясанул, и этот энергетик, во-первых, у тебя не юзнулся, и пропадает из инвентаря, ну, типа, ты пролил на себя. По-моему, нам ковздец. Я, конечно, ну такое. У Вовки ХП вообще. У меня аптечка есть. Есть аптечка? Ну, надо чего? Тогда где-то ее сейчас проюзать. Да ну, нельзя лечь. Нет, остановиться. А, перепрыгни, я порулю. Да нормально еще. Я юзаю тоже, а то мне тоже что-то это, там пипец. Все? Да, я все. Энергетики я так допью. Блин, 15 человек вначале было, сейчас куда вот сиделись опять? Чё все этот пук так не любят? Ты сколько живых еще? 35. Это все из-за этого, блядь, из-за рельефа. А почему сбивается? Мы же по прямой едем. Да, вот тоже куда-нибудь надо нам, пока что. Там осмотреться уже. Может, пешком дальше, не? Погоди. Бензин кончу. А, все? Заправлю. Нет, мне еще конец рейс. Где зона? Да, мы приехали. Только, блин, чувствую, нас там сейчас... приехали, не надо. Рейчел. Нам куда-нибудь сюда, вот, на метку там. Мне тебе нравится то, что есть смысл собирать мифы, вроде как баф. Ну да. Не, вот действительно, сейчас вот расходилось, вроде не кидает. Оо, нифига меня смешно. Что ты тут творишь, блин? О, тут лес есть, смотри, лес. Да, он тоже резко. Не, как? А, знаешь его, помнишь? Помнишь, когда в Радуге Ubisoft решили выбнуться и сделали свой рендеринг с Блэкджеком, ты много понял? Помнишь, там такое же мыльцо было? То есть, ну, если без сглаживания играть. Вот тут примерно то же самое. Я короче, понял, ребята, походу Вовки Крэчет задонатил, чтобы он меня в машине убил. Не было такого. Не было такого? Да, спись патрона. Ларочка, он, похоже, дрова везет. Ой, уходим. Спина. А меня машина зажала. Там тоже машина. Справа что ли? Да нет, и справа нифига.
Вот дом, по-моему, вот на 115. Мне вообще показалось красного. Прибежал налево, налево, дорогу. Прибежал. Он за рельеф ушел на. Вот дерево, сухое дерево. На 55. Вижу. Перед дорогой. Два хита. Два хита, ну дайте ответить. А второй бежит там правее. Нафиг, я лучше отойду. Я выше стреляю. Ага, попал. К нам возвращаются. Близко, парень! Чип! Блин! Да это с другой стороны! 200, 310! Да, у тебя со спины! Во, в пати 310. Погоди меня здесь, там. Как бы я лежу. Спрячься. Понимаю, блин, но тут... Туда. Вот! Ну что, да? Угу. Что такое? Ну и здесь очистаков больше, если что. Потому что здесь не такая защита. Я сейчас что-то прикола не понял. Это что, типа, не простреливаются они или что? Оградки не простреливаются? Не знаю. Да может быть, как еще пока не сделали. Да, оградки не простреливаются. Деревянная оградка не простреливается. Просто между двух пати застряли. Клиент вылетел. На тебе пофиг. Продолжение. Дрон есть у тебя? Ну, реагирует. Чипа можно за дом? Нет. Сколько человек у вас? У нас четверо. А, ну не, нас трое, по-моему, сейчас. Тебя. Осталось, говорю. А, осталось до 4. Как с этой мушки стрелять? Напряжение вообще непонятно. Так, можешь на машине свалить. Так, машина. Ой. Капец, подъем ли тяжело идет. Оу. Я не свернул. Так, можно свернул. Нет, пацаны, не надо. Как же в подъем? Это что сейчас было? Это я видел. Я пытаюсь пороги настроить, но это, блин, что-то. Так, Константин Гроза, всем привет. Как вам новая карта? Новая карта, ребята, вообще просто топчик, супер, 10 из 10. Блин, и с нетерпением ждем ее появления на серверах. Nightfox, привет, удачного стрима. Спасибо тебе, чувак. Хоббит 195, это ты что, Львов? Да. Кто? Ты Хоббит разве? Да. Хоббит здесь, а? Хоббит здесь. Да я его позвал. Сейчас. Что тут? Рефружис или Азерт? Акцепт, да, присоединиться. А у тебя какая видяха и процессор? i7-4770 процессор и 1070 видяха. На пипец меня расстреляли вообще просто жестко. Ну, мне там уже это было покоцано, во-первых. Во-вторых, видите, если бы я еще все-таки съезжал бы с горки и просто бы ехал, там нормально было бы. Я нажал ридиков, если что. Я тоже нажал. А кто-то не нажал. У Чипа не нажат, конечно. А, да? Ну ладно. Блин, ерунду. Идите вы в баню, короче, сейчас. Ахмеда нету. Меня какие-то гопники на дороге встретили, эти мексиканская банда, блин. Иначе в дух свои, блядь. Автобус, блядь.
О, что это за карта? Что-то еще интересное есть. Между прочим... Это новая точка респа. О, кстати, можно куда-то дальше бежать? Да? Выбежать. Кречет сказал, что у него даже у него на тесте не фризит. Поэтому надо взять его с собой и расстрелять ему все кляшки. Точно. По-моему, отличная идея. Я просто за вообще. За все. Вообще за все, блин. Так, где мы еще не были? И откуда мы вообще летим? Давай сейчас посмотрим, куда прыгнем. Давай-ка мы с тобой прыгнем. Пейл Дель Мар? Давай, Лимонты не... Мы в Чумакере не были. Че за Чумакера, блин? Чумачечья весна? Чумакера. Пришло. Короче, пишет плохая идея. Я оторвал, да, вижу. Вначале, конечно, эти... Вначале давай сюда вот падаем, на ангары. Нами тоже падает, он впервые падает. Пришли, оторвали головы нам. Угу. Так, раз, два, три. А, две пати, да? У меня учите как-то, чё я так... В смысле учить? Короче, берешь и стреляешь. Чё ты? А где лут лежит? С тобой. Лут везде, короче. И нигде. Понял. Ну, в зданиях. На улице просто не лежит. Блин, пусти меня в этот дом уже. У меня есть прицел, стёганая куртка и рюкзак. Я крут. Я победил. Я, кстати, поднял постобработку по графику. Поменьше. Бадрабаша. Я играю. Ухи, у меня чувак есть соседний. В синем ангаре. И он за мной бежит. Ухи. Меня АФК срочно просит. Я отошёл. Это плохо. Вов, веди его на меня. Охерен, ты понимаешь, что он между тобой и мной? Как понял. Ты мне предлагаешь это сделать? Один подо мной бегает. Что-то меня назад откидывает. А это, тихо. Да, это тут так. Мама, по дефолту как бы. Это всех причем. Один пистолет на... Я здесь. Окей. Я уже нашел мусишку. У нас чувак внизу. Он вверх. Видишь, поднимается. Он? Вижу. За ним бегу прям. Давай с тобой. Здесь где-то вот поднялся. Мне прям нравится то, что... Вижу его. Вообще нет. Вижу его в цеху он. Передо мной. Есть хит. Винчестер. Право хожу. Он в здании там, да? Убегает дальше, влево пошел. Я к вам иду. Влево побежал. Влево здание? Да-да-да, он слева сейчас. Двое здесь. Один в доме, один слева у меня. От меня. Вижу его. Тоже вижу. Чип, он косом. Да вижу. Он убегает к вам. Второй сидит и собью. Меня с пистолетом стреляют, телепорты. Минус. Тоже пиздец. Блин. Да, не минус. Да, все. Это вообще пипец какой-то, блин. Ну кто же? Блин, дайте мне скар. Он новый пистолет, я так понял, добавили, револьвер. На, Вов, туда патроны, что я забрал-то? Не знаю. Вот. Жаль, что... Я с него взял. Его снял. Как кстати, зона у нас. 9 миллиметров у кого есть? Mm. У меня 8 штук есть, надо? Я к вам иду. Это, давай, подтягивай. Я на дальнобойную. Я думаю, страшно, я нуб в этой... Локация. В этой локации. А тут все такие. Не переживай. Я первый раз сегодня запустил. Кстати, я видел больше народу. Мне показалось, это что... Кому их 400? Ой, мне давай. А, нет, Вима, он не ваш. Ты уже третий раз пишешь, могу ли... Можно ли с вами сыграть? Что тебе надо? Фукси,
X4 забери, задрал. Компенс возьми. Рукоятец. Понял. У меня юмп. Что я? Я думаю, боец. У меня МК и юмп. С револьвером. Кому двухкратник нужен? А мне хотя бы. Да ни одного прицела нет. Мне хотя бы. А мне хотя бы. Надо двухкратничек? Да, да, давай. Нужно. Да, вон, дай Вовке. Я знаю, где он вообще. А, вот, вижу. Он скинул. Мерси. Честь работы еще. Рябинский отдашь. Вот, а, Вима, с кем играешь нормально, как а, с вами играет, так краш. Ну, понятно, что мы уже поняли, что здесь вся беда, блин. Я виноват? Опять. Не-не, это чип. Нормально. Это чип. В смысле, я чё, опять? В чем я-то виноват? Вы чё, офигели, чё ли, блин? Ну ты есть, а в чем виноват, уж это уж потом можно разобраться. Опа. Это нормально, чтобы один контейнер... А, нет, он не... Топовая МК нужна кому? Давайте мне, у меня нихера нету. Поднимайся на этаж. Да-да-да. Чё, фигня, блин. Чё, вот я сейчас поднимусь. Да. Ты на втором, да? Ой. А как это работать? Самое главное, не шепнуться. Всё, у меня игра крашнулась. Супер. Нормально. Это хорошо. Это отлично, это здорово, я скажу тебе. Ну почему? Почему тогда? Посмотрите, где оно. Патронов пятерок. Я скину, сейчас у меня крашнулась игра просто. Ты зайдешь, зайдешь. Она у всех крашнулась. Заходи, что было. Эй, народ. Ау. Зацените ли? Где-то там. Надеюсь. О, ясно. Я хоть зонит, ладно. Вторая каска нужна кому? Да, да, и мне вообще нужна каска, у меня ничего нету. А я вот здесь. У меня одна каска уже есть. Интересно. Так, а по FPS что на новой карте? FPS отлично. На первой? Не-не-не, вообще замечательно. FPS просто офигенный здесь. Вот у меня сейчас под стрим 80. У меня 90 сейчас показывается. 80, 90, 100. Это при включенной записи и включенном стриме, ребят. Так что, если все так останется, будет еще. Так, если 50, 300 FPS. Он не просто высокий, этот я FPS. Придумал, пойду-ка я... Он стабильный, то есть... Да. Землекука его не кнокает, он не дропает. Патрушек. Он идет стабильно. Вот это самое важное. Потому что у тебя ник это, не канает. Тебе-то браться! Как ты туда забрался? Я на калаш прыгну, у меня есть клинок. На калаш прыгнешь. Окей. Так, тихо. Я родился. Я тебе тут хотел ляжку прострелить, он родился, блин. Ой. Блин, я тебе компенс отдал. Вов, а можешь мне компенс обратно по-братски? Нет. Я... Ну, блин, у меня калаш. Ну, по-братски, по-братски. Ну, у меня сам карыч, чё. Если вы разлетелись, все как мухи. Вовка, за мной иди со мной, а то я тут один, мне что-то страшно. А какой именно Вовка? Ты, Дёма мой, давай, для меня. Ты, его я Фоксом ты, называю. Ты. Иду, бегу. Моя карамелька. Иди сюда, блин. Ой, помял, меня убивают, пацаны. Так, Стина во мне, я один Стина, на, я добью. Как джедай, прям. А, тут кто-то сыт в этом доме. Сидит? Сыт. Да звуки просто, заходишь в него, тут вода. Блядь, народ, тут печально. Да идем мы. Блин, только прибежал. Да я все, пошли к ним помогать. Как тут ропаться? Сверху просто. Смотри. Вижу, да, вижу. Двойка. В желтый дом зашла двухэтажка. СКС, кто стрелял? Это у тебя ну где-то, Фухи, с твоей стороны стрельба. Я пойду Фухи помогу. Кому? А Леньке не помогай, Фухи не помогай, он... Конечно. Ему никто никогда не помогает. Он спасибо. Он сам по себе. СКС подо мной ровно. Под тобой? Да, вот где я лежу, ровно подо мной. Вов, инфа, я у тебя рядом. Ну я хер знаю, стреляли, короче. Желтый дом сказали, зашли. Какой желтый? Там желтых два через дорогу. Нет, там все желтые дома. Двухэтажный. Они все оба двухэтажные. О, вижу. Топ пернатиатор. Ага, он ушел. На 60 где-то стреляли. А вон, на крыше двое. Один чуть ниже. Ага. Сейчас я, короче. Спрыгнул один. Я в перину попался. Еще один на крыше. Два хита, три хита.
крышу. Я предлагаю запушить их. По-моему, их кто-то пушит. Пину попали. СКС у кого, у тебя? Тут нет. Блять, меня вырубили. В гому вот тут. Ладно, похер. Ой, я крашнулся. Ясно, пока, Бог. Я в сейве вообще. Я вот известный друг. Блин, на дистанции объекты мы видим. Вот. Это реально приятно. Угу. А как тебе на крышу к тебе залезть? Нет, по ступенькам, вот с моей стороны тебе стоит он. По внешней? Тебя хелпануть? Да-да-да, у меня чувак здесь. Живи. С дробашом. Да я живу. Установлю. Живи. Он прям передо мной, короче, на 310-305. А дистанция от тебя сколько к нему? 50 метров. Опа. Еще что-то очень серьезное долбит. Как будто, знаете, в Warface. Где-то 275, наверное. Прям передо мной, короче, вот следующий забор там и домик там. Это. Может слева обходить через дом. Двоих я убил. Твоих? Да. Ну, я же могу, наверное. Иногда. Так, а стоп. Граната! Да короче, блин. Ой, я живой, да? Ну, в смысле, да? А чё у меня оружие? Где? А, вон он, на втором этаже. Ага, вижу. В смысле? Ещё один! Да, блин, зря ты туда пошёл. Тупа нужна, ребят. Иду. Очень нужна. Один в доме, один... Нет, граната! Сейчас. Вышел, боже, вышел. Фукси, ну хелпаните кто-нибудь, я умираю вообще жестко. Не знаю, я только загрузился, блядь. Какая Фокси, Фухи? Я уже не знаю, как вас называть. Там 4 буквы, где вы их находите лишние? У меня аптечки даже нету, боже мой. У меня только бинты, и то там 3. У меня 5 бинтов сейчас, Олегович, хелпуйте меня. Вовка, прям на них идешь, в этом... Они вышли из здания. Я понял, что я вас смотрю. Право смотрите, да? Я смотрю, я понять не могу, где он. А сколько он, один остался? Нет, двое. На втором этаже у меня. Двое были, ребят, двое. Ой, сейчас сделаем минус. Пацан вылезем, я его уберу. А, еще убивает? Нет, тут еще есть, еще. Это левый. На мне. У нас. Идем. Все? Чат, не говорите, что я в этот момент делал, ладно? Пожалуйста. Что такое Win 44? Чё, Винчестер? Пойму. Не говорите, что я в этот момент делал, только, ладно? Ничего. Не палите меня. Блин. Я лутался. Пацаны, ко мне, по дороге. Где? По дороге. Иду. Они врезались, там еще одни едут. Я поймал. Да, заползи. Ай, блин, теперь у меня краш. Да что за нуна? А ты, кстати, бежишь через поле. Блин, чё? Ну супер, а ну я чё, блин, виноват что ли, что у меня... Что, тебя убили. Пипец вообще, блин. Это справа его, Сэна. Честно. Это извращение просто, не этот. Ну я тоже так чувака убил, он пошёл. Вот. Я уж понял. Такими крашами играть, блин, это бредятина какая-то. Ты сможешь еще за это. А в смысле меня убили уже? Тебя не убили, ты сейчас вырубил. Ты просто сейчас за камень ползешь, тебе повезло. То есть ты сейчас сможешь. У меня двое. Так, блин, меня бы тогда резнуть. Хотя бы. Вырубим одного. Я херюсь, Павлик, тебе иду. Вылечись как-нибудь. Я еще один слева у меня. Все, чип тебя убили. Второго вырубил. А здесь как вы? Быстрее, там еще один справа, короче. И два. Нет, один слева у меня. Я обхожу, короче, с горки. Вырубил, все, поднимайте чипа быстрее. Да а он Зевс. Он про отца отправился. Все. Да потому что, блин, могли бы резнуть, догнать.
Не-не-не, ты что, убираешь, что в поле прям? Они там все вместе стояли. Стороны. Там нереально было ничего делать. Догнать, интересно. Можно их 4? Блин, а мне теперь, блин, сидеть на этом, да, и это, на стриме, и ни к вам зайти не посмотреть не могу, ничего, блин. Ладно, я, наверное, закончу стрим, чё, смысл? Да, я думаю, что как-то поиграли чуть надо. Я не знаю, мы так будем играть дальше? Или чё? Да, не знаю. Он, оказывается, бобёр... А, это рабочий стол мой, да, у меня там бобёр на рабочем столе. Там не бобёр, там природа, я не помню. Так, ну чё, чё-нибудь осталось там? Или всё разобрали? Всё осталось. Я бы ещё, может, катку катанул бы, блин, но... Хрен знает, 30, сколько может вас ждать. Нет, слушай, тест реально крутой. Да нет, блин, то крутой, но вот эти вот, блин, да, дропы, вылеты, это бред просто. А так, по факту, вот реально, FPS стабильный даже, привет. Прям чистенько, спокойно идет. Сам по себе высокий, то есть нету такого, то что он тупит, лагает. Ох, прикольно. FPS отличный, не дропает в плане FPS именно, дропает. Вот даже реально, знаешь, сервак. Чувствуется, вот сотка чувствуется как сотка. Ну да. То есть, сейчас а подойду. Не как на обычном, там у тебя сотка, ты чувствуешь ее как, не знаю, кадров, наверное, 60. Четырехратник нужен кому-нибудь? То есть нету такой хрени, то есть нормально ощущается FPS. То есть время кадра само стало гораздо лучше. О, блин. Так, каска нужна. Новая анимация бега со снайперскими винтовками, надо ее как-то складывать впереди. Каски нигде нету. Блин, по-моему, я всем по каскам стрям просто. Сейчас всем хэдшоты понаставил. Где-то он тоже в молнию стрелял. А, потихоньку шлем. А я еще, знаешь, что такое это? Вот, если бы у меня была бы каска, я бы, наверное, так не стрелял бы. Хотя бы первый, блин. Да, а то мне, видишь, каски не было, я понимал, что на чувака выходим, думал, либо я ему попаду в гому, либо я умру, короче. Вот, поэтому я стрелял бы в гому. В итоге всех перестрелял. Опа, наконец-то первый шлем. Пятерки нужны кому? Мне до хрена. Да мне тоже. И еще быстрее старался вообще поспасти. Значит, он сейчас уже полностью. Че, какие у нас дальше планы? Блин, ну да. Так, отключил пока пацанов, короче, я здесь. Да не, он не заканчивается, Лар. Я не знаю, я думаю. Пап, что-то если с такими фризами, не фризами, а с такими выбросами, неинтересно играть. Потому что, блин, вроде все нормально, бам, и просто раз вот так вот выкидывает и все. Я здесь как бы и планирую сегодня вообще что-нибудь другое поставить. Только что не знаю. Deus скачанный. Даже не знаю. Может быть, этот Диюнг обновление вышло. Прикольная игра. Немного играл. Пойду лучше рисовать как-то. А чё ты рисовать? Опять рисовать? Как дела-то, Галя, у тебя? Ты что-то не рассказываешь, не заходишь. Rage скачано. Так, Лундарк, Seven Days. Prey старый скачан. Не оказался он есть. Кона скачана, ну русификатора нет. Оксиджен. Дофига, короче, что скачано. Да? Ладно, покажу. Пишите в зону тогда. Сольются. Пойдем. Нет. Они еще не слили. Нет, я бы еще покатал бы, конечно. Удовольствие. Что там у Фокса-то сколько народу? Да у него тоже 25 минут. Сейчас в это время очень много стримят. Да времени нет. Ну, да я тебя, Галя, еще помню. Как бы. Хоть ты
пропадаешь надолго. Как бы ты ники не меняла, ну, мы всегда понимаем, что это ты. Не знаю почему. Пустую, наверное, что ли. Я бы с удовольствием... Так, где у меня? Ну и с удовольствием поиграл. Даже не знаю. И Юнг хочу пройти. Там вроде до босса может. Ну, ассасинов, блин. Seven Days to Die. Ну, не с кем. Вова не знаю, что он будет сидеть. Его нет. Я бы с ним поиграл сюда. Империон там скучно смотрит. Тарковой не хватает. Азирис Нью Даун. Скучно. Оксиджен. Снова. Блин, там опять добавили. Определяйся, но пока-пока. Пока, Ларочка. Влад, привет. Да я вообще-то не определяюсь, я вас спрашиваю. Он может на закачку. Аучик. Жесть. Хотите великолепие увидеть? Ну-ка, интересно, я смогу сейчас цену добавить? Что можешь предложить? Ну, я только что говорил вам. Так, а если попробовать захват окна? Да. Сейчас вы увидите великолепие. Страшно, да? Что у меня есть? До скачанного немного. Endless, Master, Nautica, 7 Days, Assassin, Deus, который первый, Diyung. Diyung бы я поиграл, конечно. Imperium, говорю, скучный, Escape, скучный. Азирис тоже. Оксиджен. Ой. Рейдж. До шедевров очень долго. Да ты красиво рисуешь, говорит. Зря ты так говоришь. Ну вот, Дарк. Холод. Прикольная игра. Ну, блин, коротенькая. Я ее прошел уже. Субнаутик. Диюнг или Деус? Ну, Деус старый, это же, блин, там, наверное, графон-то еще такой смешной. Ну, этот. Че там у пацанов? Я думаю, мы сможем убежать? Нет, они какие-то жесткие, пацаны. Да косые они, ему, по-моему. Они еще живут. Блин, настроение передает еще. Да у меня настроение, видишь, блин, от другого, конечно. Не, ну сейчас вроде нормально все. Так же, как стихи. Настроение у меня сейчас такое, знаете... Что-нибудь поиграть веселое, типа Borderlands. Опять же, борду надо с кем-то играть, хоть любую, тоже одному там скучно. Вот Влад как гость бы появился, блин, я бы с удовольствием. Сейчас посмотрим, что они докатают, может еще каточку. Ну, этот стрим закончу, все равно что-то Battleground выник. И подумаю. Все кончилось. Да, спасибо. Со временем информация. Что у вас там долго еще?
Есть такие, кто играет в PUBG на ноуте? Не, нету. Да ладно, ГОСТ появился. Влад, я тебя только что вспоминал. Чего ты на днях зашел в DayZ, поиграл 30 минут, не нашел там хавчика и рип? Ха-ха, лол. Да блин, я реально тебя потерял просто, Влад, это пипец вообще. Я, блин, с тобой бы во что-то поиграл. Правда, не знаю даже во что. Да меня сейчас просто выкинуло, ну, игра крашнулась, меня там убили. Пацаны докатывают. Вон типы остановились на 300 у ангара. Да. Ясно, они еще докатывают. Я хочу еще вот пару каток. Мы тесты новую карту смотрели. Прикольная карта вообще. Мне нравится, Влад. Ну, возвращаться как бы не очень хочется. Давайте я просто ей голос включу будем. Да, тест. Ага, вижу. Да, нет, я не в нее хочу. Справа работа Фуки, отойди со шлема в голову, тебе дадут скорика. Он его как только не называет, ты Фуки и... Что, они вниз ушли. Бедный Фуки. Что делать-то вот? Блять, аэродроп там на... Мне Фуки жалко. Ну как только не обзываешь. Вот как раз там солнце. Да, Галечка, да, солнце, давай, пока. Я в низинке здесь. Право по зоне, может, право по зоне пока двигаемся, пока можем. И потом прям на них выйдем. Я поджимаю с этой стороны. Он поджимается там. Боб, давай поверху. Слева вас чуть. Я говорю. Да двигайся, нафиг. Я еще топ-1 возьму, да, походу? Опа, карс, кто стрелял? Чипы с ангаров есть. Вас со спины просто поднимаем. Ну вот чат мой. Боже, ну да. Какое место? Окупаться. Да мы сейчас сидели, смотрели, что у меня есть. Пашка Шевеляшка, ты вернулся? Да ладно. Ты же помнишь, наверное, мой этот? Галь, какашку мою помнишь? Пашка-шевеляшка! Рад тебя видеть. Да я жду, когда пацаны докатают. Так, а где номер? Не, сегодня будет однозначно второй стрим. Сейчас мы просто выбежали внутрь кратера, короче. Вы что, умерли? Нет, мы еще живы. Ну, в принципе, других вариантов-то у нас... Я подыхать еще не собираюсь. Умри! Так, тихо. Так. Ладно, ладно, подождем еще чуть-чуть. Я вот просто смотрю, ну Дарк уже Морти постримил, как бы, да, там обновление с Лосем. И да и мне как бы с нуля начинать, я все сохранялки там поудалял, что-то ну на этот, да. Вот что я хотел, я не знаю, Влад. Ну мы с тобой тогда неплохо ржали в этот... Господи, как он называется-то? Saints Row третий. Блин, Seven Days to Die, блин, поиграл бы с удовольствием. Кем-то. Свою мы с Джипиком играли. Ну, правда, он там сливался быстро. Это я, наверное, поставил там сложность боец. Просто хочу не на максимальном, хотя бы приближенной к максимальной сложности, хоть 7 дней выжить там. Для меня такая ачивка своеобразная. Но это очень сложно будет. Там, по-моему, на 7-й день такая волна пойдет жесткая. Просто дома выносят, там ловушки надо делать. Прям полностью. Там вот хочу закатать на новую карту. Так скачай, Паш, этот тест. 13 гигов-то. Ты пропадал, ты что-то долго ты... Там двое, по-моему. А, все. Беги в зону, что ты... Да, а что, у меня хп мало. Учусь. Ты фуловый. Так я энергетиком. Уже все скачано? Паш, честно, тебе карта понравится. А, офигенно. Но тебе не понравятся эти дропы. Двое, да, не двое. То, что там бежишь, тебя назад откидывает. Тебе не понравится краши. Блин, реально крашит как-то.
Да нормально, все, у каждого свои проблемы, дела. А это все. Люди приходят, люди уходят. У меня уже из старой компашки, да, практически ничего не осталось. Раньше вот или там Рыпик, Рюлик, Сашка Ветер. Сашка Ветер вообще 100 лет не заходил никуда вообще. Все, сейчас будут ценить. Anyway. Да ладно. Да нет, это не она, я не верю. Как? По коленке, что ли? Я не верю. Я видел, в коленку залетело. По старым каналам? Ну, он разбаненный, надо... Это пырь на свою, блядь. Завтра бляху. Будем пробовать на нем. Помнишь, ну, стример, как дела? Здраво, Гарас, ну, нормально, неплохо. А сейчас вот видишь немножечко... Даже, ну, ты читаешь, ты там, что ли, да? Что творилось, в принципе? Просто момент был такой, что... Какой? Не мог читать. А так вообще, да, читаю. Вов, ты в курсе, чел? Сейчас. Чел, короче, который меня убил, он выходит на меня, жмет обойму, убивает, и ему сразу с АВМ в голову дают. Ну, понятно, ради нажимай. То есть, понимаешь, если бы этот чел сделал это хоть бы на секунду раньше... А у меня тут девчонки пришли на стрим. Вот так вот-то все. Георгий, старался. Не помчилось чуть-чуть. Да видишь, если бы не сел, мог бы его сейчас забрать в среднем. О, у тебя Жоржа пришел, да? Да. О, краш. Бандикун, блин. Да, так тебе. Бывает в жизни огорчение. Я так понял, это тюрьма какая-то, что ли? Да, тюрьма. 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 Это то же самое, что военная база, только тюрьма. Только тюрьма, да. Бегульмя? Причем военная база, там вообще написано, то, что это порт. Порт. Ну хорошо, что это... Нет военной базы. Ты нормально, Лилишки. Лучше. Я говорю, что вот здесь нет военной базы. На этой карте есть. Где? Вот он же на говорит серии. Тебе только что порт. Не-не-не, в смысле порт, я тебе говорю про этот, про спинявку. Там написано порт, короче. Да? Да, бежишь, там написано порт. Наверное, хотели там... Не знаю. Аэропорт. Просто порт. Жалко, что из самолетов нет. Что, туман, что ли? Нет. В смысле, это туман? Не-не-не-не, вряд ли. Я, кстати, Вова, ты еще до сих пор стоишь на тюрьме. Не, нормально, с вами лечу. А мы-то сейчас... А, уже летишь, все? Да. Вот давайте как раз сейчас... Давайте мы же до конца, потому что чип сейчас забирает. Это Кампо Милитар, что ли? Сейчас будем тащить, да. Да, Кама. Ну, у меня Фокс до сих пор стоит. А я тоже вижу, нормально. Но он летит. Да. Карта вообще бомбить. Какой самолет. У самолета есть. Могли бы самолет другой сделать, бы прикольно было бы. Не, ну все равно. Не, ты уж придираешься. Было бы прикольно, если бы он еще падал. Нам надо искать машину, походу, не? Факашерами лучше, да? А что, чтоб сразу факашеров убивало? Зачем тебе их убивать-то? Чтобы рандом киллов не было. Че, нас до автоматом же должен закинуть. Да. Да, наконец-то. Ой, много народу, ребят, на военку-то. Да, Афикашара тоже, которого летели. О, нет. Да не сказать, что это Афикашири. А куда летим? Давайте на три ангара. Ну или да, что это? Приказар. Блин, бред, у меня на туре Фокс остался. Налево? Направо, вот, право, три, блин. Желтая метка. Синяя? Желтая, блядь. Желтая, синяя, три ангара. А, понял. Ладно, желтая, давай на желтую, блин. Да я уже на синюю прилетел. Вот на синие три ангара близко стоит. Во, да, давайте на них. Почему жёлтые? А там уже пацаны налево. А почему две жёлтые стоят, я не понял. Я вообще не знаю, что вы тут наставили. А почему у меня чип и я в два жёлтых, короче. Короче, я с фухи упал куда-то вот на зеленой будке, я не знаю. И... Почему у меня вообще... Видел? Смотри, да, я стою жёлтые. Да, вижу. Я вижу. Мою ты видишь. Чик, пожалуйста, скажи, что это ты, у меня оружие не подбирается. У меня тоже.
Я рядом с тобой, ну. Я иду воевать, мне соединяется. А, так. Ухи, ты убил его? Ухи. Ты его насилуешь? Жопный. Ты его изнасиловал? Фу, ты нельзя ж так. Тут суть. Как можно в живого человека... Засадить? Нет! Меня девушки смотрят. Меня близко. Иду. У меня тут другое направление. Блять, ну впритык же пальнул, ну что за хрень? Хорош. Не, все-таки дробовики говно. А, меня убили. Ты че, блядь? А, блядь, так... ты насоснул. Так я говорю, ты у меня не освечиваешься, Ника, вообще. Я даже хелпануть не могу. Да, да, ты у нас нет. Тебя у нас нету. А я вижу. Хелпаните кто-нибудь. Да иду я к тебе. А тебя нереально поднять вообще. Давай, ты меня как враг отцеливаешься. Охуенно вообще. Чип, ты сможешь сейчас? Вообще, знаете где? Он в левом нижнем углу карты вообще. Да, у меня тоже на базе. Да я бегу к тебе, бегу. Сейчас сливаемся дальше. Чип, тебе привет от Псайдока. Заползи сюда внутрь, чтобы он тебя спас нормально. Привет. Я вас контролю. Я отображаюсь, да, Чип? Нет. Нет? А как он меня спасет? Не сможешь? Не спасу я его никак. А попробуй. А, ты не перезайдешь уже, да? Нет, да все уже это. Да сейчас надо, пойдем сольемся. Повоюем сейчас, сольемся. Да ну, блин. То есть, сливаясь, воюю. Я сразу... Вот типа вижу. Вижу. Где ты его видишь? Прикольные новые ноги. Есть. Вижу тоже. Пошли за родину. Не Чипа. Клок одного. Я на живца буду брать. Пара 18 с плюсом стоит. Ау. Да-да. На чем там рукодел? А где лестница? Юмпик рулит! Опа, кто-то здесь, в доме. Я понял. У меня выходят. Хоббит наконец-то вас убивает. Огонь по твоим. Вот он выбежал. В мысли, блин, я за стенкой был. Там. Двухстволка у него. С другой стороны стреляют. Я не вижу, где вообще. Блять, а меня-то виден. Да смотри, он все... Вот гад, да? Новая карта, новая графика. Да я вижу, вон за тачку. Ну, блин, вот, Лар, вот ты же тоже смотрела, да, вроде это? Справа, рядом. Мочи его, все, патроны, ну и ладно. А ну тебе надо? Самое интересное, короче, когда я сам близко справа, он повернулся еще налево. Изменилось же, будь здоров уже. Спасибо. Прости большой. Я без боя не сдам. Ну, что делать уже? Трево пробегает. Обходят тебя. Ай! Да, конечно. Кто? Ты куда ты стрелял? Сейчас куда ты стрелял? Слива! А как это? В смысле, почему ты клокнутый? Потому что Фукси мне на базе, боже. Что сейчас произошло вообще? Давайте в лобби все валим. Это вообще какая-то жизнь. Погоди, а если мы подождем, мы что, мы топ-1 возьмем? Да, да. Да тебя сейчас убьют, я уже вышел, Вов. Я тоже вышел. Ты сейчас, тебя зона убьет просто. Думаешь? Да, конечно. Это такой бред катки был. Просто, боже. Я хуже катку не видел, блин. Но я, по крайней мере, двоих забрал. Я хотя бы одного забрал. И плюс его одного. Да. Сидокс, подписывайся на меня! Тихо. Ладненько. У нас такой снегопад в Челябинске. Да, у нас круто вообще. Уже, блин, 10 сантиметров у нас выпал снега. 10 сантиметров. Чё? Меня больше, 17. 17 сантиметров упало? Да нет, снег у нас наконец-то выпал. Или ты про что там 17? Чё вы сразу, блин, засмущали меня? Чё, вы рейди нажми? Я нажал рейдиков, у нас фухи нету.
Пухи смотрит, у меня он стоит такой... Да, игра закрылась. Батьком такой повернулся. Что, у тебя какая-то игра вылетающая. Кстати, я вот сейчас... Смотрите, у нас Фухи как изгой, он стоит один там где-то вдали, блин. Да. Не, у меня он нормально по центру стоит. Да? А у меня Фухи, короче, нет, вдали. Самый крайний правый хоббит. Я... Чё? В смысле? Я вообще слева стою. Крайний правый хоббит у меня. Да нет, у каждого каждый видит слева по-своему. Всегда... Твой всегда слева стоит. Да. А у меня вообще Вова по центру с кулаками стоит, как ну... будто, знаешь, на бой выходит. Ну что, рейди, мы Фухи только ждем одного. Вечно запаздывает. Ну он такой. Да, дружище. А я вообще, короче, приземляюсь, беру сайгу, вот. И такой, ну, знаешь, в соседнем доме чуваки прыгнули. Пойду к ним, заведуюсь. Петь, прибавился и, FPS сюда, на знаешь, тестовый. Захожу, короче, они там стоят вдвоем и друг другу морду бьют, короче. Плохо, что вы вот не видите мой счетчик. А как сделать, Вов, чтобы они счетчик видели, FPS мой? Хорошо, бандикам включил, это все. Да, понял. Ставишь бандикам. А, блин, бандикам... Найс идея, да? Бандикам не жрет же ничего. Бандикам не жрет? Ну, выключены. Не знаю. Ну, может быть. Я просто помню. Не, выключены не жрет вообще нисколько. А вот включаешь, там... Это вообще ужас. Не все так. Это ужас. Да. Поехали. Лопите. А, я машу. Кстати, что-то эти самые боты не приходят сегодня. Что за боты? А, там на стрим приходят. Реклама какие-то. А, у меня один раз тип зашел. Я такой смотрю, у меня 500 человек, что за бред. Он мне в ВК пишет, тип. А, у меня тоже. Помнишь, я тебе скидывал вообще? Да-да, помню. Да, вот. Че, понял, как быть популярным? Сколько? 150 рублей в час, по-моему, стоил? Не-не, месяц. Это... Или неделя, что-то там. Блин, у тебя прикольно, блин. А ты че, Вовка, сейчас не стримишь рыбалку свою? Что-то, смотрю, закинул. Да как. А я что-то не вижу, блин, у меня твой канал вообще не высвечивает. Да, потому что ты никогда не заходишь. Я всегда сижу каждый раз на стримах, просто, блин, не пишу ничего. Я с телека же сижу в основном. Что, в Лион? Да, ну все. Лос-Леонос. Полетели. Сейчас в нем топ-1 смотрите, чуть. Угу. Чую. Топ-1 с конца. А, там, по-моему, 150 рублей, то зрители вообще. Чую, я хочу. О! И что такое за строение? Я хочу сюда. Смотри, кукри. Я не знаю, куда вообще. Это да. Фонтан. Я ещё в фонтан. А я в окно. А я в мусорку. Ой. Фука, а что ты застрял на экране, что ли? Чё? Ладно. Я застрял на краде. Так, у нас пацаны есть с нами. Блять, я пытаюсь забежать, но не получается. Давай. Дикие телепорты. Да уж. Чувствую, меня сейчас выкинет нафиг. Тайси. Блин. Ты можешь. Запершило сильно. Куда-то я на крышу приземлился. Одевайся, а можно идти? Просто идти, игра. Меня отпустила. Тоже отпустила. Брат, братан, братишка. А меня не отпускает меня. Ну ты что-то посерьезнее, значит. Грибы. Завязывай с этой штукой. А кстати, а что в Таиланде? Кто-то в окно сиганул. В Таиланде же с этим все. И там знаете, как наркоту продают? Там, короче, в кексы, знаешь, закатывают наркоту, и ты ешь. Потом тебя, знаешь, как несет. Тут-то, я думаю, я кексики люблю. Так, чё, Кавин, придумай. Да, я слышу, там, слышу. Вов, ну он с оружием был, не? Наверное, да. Ко мне негр зашел. А-а-а, насиловать будет, иду. А где Фухи? Блин. Фухи вообще далеко. Ну, нужно, как бы. Да. Блин, придется помогать чушь. Фухи, где он? Тихо. Фухи. Блин, не молчи. Видишь дивизию. Мы его теряем, Лёня. Типа, тип у меня. Ну. Лёня его убил, блин, и молчит. А чё он молчит, блин? Лёня! Алло! Да, похер, конечно. Он микрофон себе выключил. Может, он вылетел?
В Дискорде он микрофон себе выключил. И походу с нами сейчас разговаривает. Значит, может, он обиделся на нас. Типа, ну бы мне не помогли. Талина чудная, Талина. Галина. Где? Где нет? О, каска. Божьи матрешки. Я не буду играть. Так, просто типу перепрыгиваю через забор. И он начинает мне фигарить. Пойдем, там пацан 95 же был. А у меня нет ничего, я отличусь. У меня аптечка есть надо? Да не, я лечусь, у меня два бинта есть сейчас. Два болика, два на. Это не он прибежал, Вов, случайно? Да не, вряд. Алло. Алло? Алло. Что? У меня просто офнулся микрофон. Это просто понял, сказал, у меня пацан, у меня пацан. Все, нет, у меня, говорит, негр. Мы думали, он тебя заткнул чем. О, чем? Он за ней или нет? За ним. Машина. Вижу. Лок. Давай, слева скажу. Минус. Блядь, по мне попали в спину. Не в спину, слева вот. Стреляют. Я обрез нашел. Учусь. Ребят, у меня где-то на N-ке на 15, чувак, я не пойму откуда. По-моему, сокол. Высотки. Да-да, с высотки, типы. Где именно? На 40. Этаж. Третий этаж вроде, третий. Да-да-да, крыша вообще, справа вообще стройка. Справа еще 120. Вов, они на стройке. Я понял. Заходим в эту высотку сразу. Я сам не понял, на что я хотел, если честно. Что это было? Понадобилась целая анимация, чтобы переступить эту ступеньку. Да, да, кстати, у меня то же самое. Слушайте, для обреза патронов дадите? А, вот тут есть. Там в комнате лежит. Бля, блядь, что такое вещь, кстати. Как пистолет годится и тот же самый дробаш. Кстати, мне нужно, знаете, что это... Слушайте, а это нормально только что? Это вот сейчас только что было хорошо? А. У меня сейчас взорвалась бомба, и как будто у меня наушники чуть не сломались. Калаш, интересен кому-нибудь? У меня да, тоже такое бывает. Yeah. По лестнице поднимаешься, увидишь. Ну, блядь, меня убивает он. Вовки, блин. Ой-ой-ой. Я вообще не пойму. Куда только я самое интересное. Это с крыши дома. Да, с каких-то крыш вообще. Да со стройки они стреляют, вот стройка перед нами здесь. Не, негр, афроамериканец, потому что. Ай, мы за работу. Маленькая, а наверное, стримчик туда рубану сейчас на сегодня. Наверное, вон он, вон он бегает, вижу я его, блин. Не пошло сегодня. Да. Видел. Че, беда, беда. Опа. А тут выход на крышу есть вообще? Нам типа идут походу. Под домом у нас. Понял. Лестница одна у дома, нет? Да, походу. Блин, а как выбраться, да? Походу одна лестница. А уже да, не... давайте потихоньку пойдем. Я контролю ее. Да. В смысле пойдем? Надо, блин, встретить их? Так дали бы мне эту задачу. Замутушку раз, ой. Фокс, тебе привет от Гостика. Он вроде отошел. От госпиталя? От гостиника. Госпиталя. О! Где-то по домам стоит, черт. Ну и пусть стоит. Может, мы тех пацанов на стройке попытаемся вытащить. И там стреляться как-то тяжко с ними. Там М4 на крыше еще лежит. А где ты его видел? С какой стороны дома? Пошли поднимемся на стройку. Да, давай. Убьем их. А с этой стороны можно подняться? Или мы на другую вообще сейчас поднимемся с тобой? Да, да, да. О, в окошко.
Короче, мы куда-то поднимаемся, я не знаю, меня... Давай, меня почек, Вова ведет. Да. Я сам не знаю, ну ясно. Так, стой, на удачу. Что-то пошло не так. О! Накинул, почти. Ладно, пишите. Ты его напугал, я чувствую, ему страшно прям. Пойдемте по низу, у них под домом, походим, по-любому. Это сейчас сзади у нас стреляют, спустите сзади, убьем. Ну и ладно, хоть не в сзади. Дополнение для Destiny офигенное. Мне нравится. А можно? Да, конечно. Нажимаю выкинуть обойму от пистолета, выбрасываю бинты. Угу. Гениально. Каска вторая здесь. Мне бы броньку. Взяли. В смысле ты лазишь? Боже. Конечно, перепрыжки я нечеткие сделал. Ну да. Это же Россия, одни стройки и дороги говно. Челябинск вылиты. Что за лут оно? Ну они там воюют, по-моему. Да, тут тоже воевали. О, тип вроде. А нет. Пролетел как пуля. А еще подниматься, может, дальше пойдем? Да я и так, я просто это... Я не знаю, куда идти. Я не знаю, что делать. Я тоже делать. Не знаю, да. Что делать, как играть? Лёнь, давай что ты ведёшь, короче, пофигу. Что ты виноват? Смотри, я на крышу лезу. Да вообще летим куда-нибудь. Я хочу оттуда сверху посмотреть, что вообще видно. Ну, в пекло пнуть. Мы хотим слиться и Вову забрать. Вов, ты закончил стрим? Стримы все вырубили. Чё говоришь? Закончил свой стрим? Да, да. Ты у тебя ещё идёт? Да, идёт. Я хочу посмотреть, как бы стрим будет стримить. Ой, стримить. Где все-то, боже? Когда надо, их нету. Когда не надо, они всегда... Хочешь, сейчас прибегут? Хочешь? Нет. Сейчас быстро тебе... Хочешь из калаша просто? Ну да. Опа! А, я понял. О, меня сзади убил! Ну вот, нарвались. Прям на фухе двое. Трое. Хочу. Хаешку бросай туда. На фухе. Почему? Да, вот я залез на крышу, перепрыгнул. Смотрел, никого нету. Спустился, очередь в жопу пойдет. Ладно, пошел, короче, в дивижн поиграю. Того кнопку за машину. Ай, у меня! А, ну да, ну, меня уже спину подпили. И меня крашнуло. Отлично. Все пришли. Ну супер, короче, не, рано в нее еще тестить, я все понял, тоже стрим, наверное, закончу, я попозже запущусь с чем-нибудь другим. Fox Redisker, гост пишет. Игрушка сырая еще пока что. Не игрушка, а ТТС именно, сыроват. Ну, а. Блин, так невозможно. Играть можно пробовать, но, блин, стримить вот это вот, постоянный перезапуск, не. Так, спасибо всем, что приперлись. Да, где-то через пару часов запущусь с чем-нибудь. Подумаю с чем. Как выйти с игры? Чем-нибудь интересно. Я все.